Ну, вот новенький аппаратик УВТ. Ага. Вот даже запечатанное все. Распаковка, народ, распаковка. Любимая часть. Любимая часть, самая любимая часть. Тяжелый. Ну да. И сколько стоит это удовольствие? Стоит. Что, на просторах интернета нету цены? Да, есть, конечно. Это что такое? Это ручка какая-то? Это держак, по-моему. Все. Так, ну ладно. Мы не будем говорить. Всем ли, да? А, да. Ой, там человек есть. Колено. Предпапиллярный бурсит нам пойдет. Я, кстати, собакам бил вот этим вот электромагнитным. Приходит прям хромает. Вот такая собака хромает. Простучал, через два дня прям побежала хорошо. Ну, то есть, потому что... Давай, погнали. Меньше слов. А мы сейчас что будем бить-то? Вот, наверное, можете пощупать. И испытываем аппарат. Он должен соприкасаться с кожей, и тогда через гель проводит толчок. Прежде чем приступить к эксплуатации, читаем инструкцию внимательно. Да, сначала все включили, нас не потом. Маш, мы что забыли? Так все делают. Метод научного тыка. Стандартный пароль, 6-0, это мы уже подобрали сами. Это мы долго будем читать. Значит, что ли, пока будет бить все равно. Защита от поражения током. Мы сейчас сами будем бить током. Возможные побочные эффекты. Боль, рубцы, кровоизлияние, опухание. Согласны. Сухан всю нарушает технику безопасности, бреет ногу. Я же понимаю, нам только участок нужен наливом или все пута. Так, мощность 4-6 бар, количество ударов до 500 пойдет, сила же средняя. Тын-тын-тын, количество сеансов 4-5. Оооо, let's go. Нормально, бьет, хорошо. Дальше себе будет. Лошадь такая покосилась, думает, начинать бежать или как? Куда вообще-то тандовогенец, понятно было. Я тоже знаю, кто взялся, налился. Так, что штучка работает. Что она делает? Магию. Принцип работы ударно-волновой терапии, про нее на самом деле можно очень долго рассказывать. Ну, вкратце. Кратко, за счет микроимпульсов. Ну, во-первых, для начала есть два вида, даже три вида ударно-волновой терапии. Это вот такой, как у нас, компрессорного типа, есть за счет электромагнит, который гоняет гильзу туда-сюда, и за счет пьезоэлектрического. Они чаще всего идут фокусные, это радиально. То есть в одну точку бьет и рассеивает, ну, немножко, ну, более широкий угол воздействия. Давайте так, чтобы совсем просто тупо и понятно было для всех. Если вы возьмете какой-нибудь там типа карандаша или еще что-то и будете стучать себе в одну точку, там вот там 3000 ударов, в этой области у вас, во-первых, произойдет энергетический эффект, вы не будете чувствовать уже этих ударов. С другой стороны, вы вот воздействием вот этих вот ударов активируете метаболизм в точке. Например, если мы берем на низкой частоте, если на высокой, то идет, ну, либо разрушение ткани, то есть ими можно как дробить камушки в почках, условно говоря. Так, условно говоря, и оживляет ткани за счет усиления кровотока. Ну, банально просто, если вам слова. Спасибо, понятно. Ну, такая штучка. Ну все, да. Ну вот все слажется, все работает. Да, все работает. Распаковка прошла успешно, на лошади проверено, все работает, все в рабочем состоянии.